На этих кадрах народный депутат Украины Андрей Герус вместе со своей супругой вырывает из рук нашего журналиста Дарьи Сметанко журналистское удостоверение. Он здесь в трусах, потому что находится на отдыхе в Турции, в отеле Amara Dolce Vita Luxury. А коллега Дарья находится на своей работе, выполняет редакционное задание, готовит для вас материал о том, как проводили это лето украинские народные избранники и высшие чиновники. На этих кадрах Андрей Герус совершенно явным образом препятствует журналистской деятельности, что является нарушением Уголовного кодекса Украины. При этом Андрей Герус знает, что он имеет дело с журналистом. Знает, где работает этот журналист, что ему надо, какой материал он готовит и какие вопросы его интересуют. Потому что несколькими часами ранее Даша официально ему представлялась. Мы хотели запитатися у вас, как вам відпочинок взагалі? С канал Украины мы. С канал Украины. Решение дать бой журналистам Герус принял абсолютно осознанно, действуя не по наитию, а, так сказать, по предварительному сговору и группой лиц. Вероятно, он при этом руководствовался соображениями, что украинский уголовный кодекс на территории Турции не работает. Поэтому препятствовать работе украинского журналиста можно абсолютно безнаказанно. Ну, самостоятельно Герус даже с этим не справился. Кроме жены, ему для битвы с нами понадобилась администрация отеля и турецкая полиция, которую народный депутат Украины вызвал, требуя защитить его от расспросов украинских журналистов. Понятно, что турки, покрутив у виска пальцем, отпустили Дарью и оператора во свояси, запретив, правда, снимать на территории отеля. Андрей Герус попался. После всей этой истории он для нас теперь больше, чем Герус. Он общественное явление, антиидеал, собирательный образ. Все то, чему не место в политике, собралось в одном человеке. Он сделает для Украины ту работу, которая очень много лет нужна нашей стране. Он сделает наглядным все то, почему у нас все так. Андрей Герус по целому ряду признаков не имеет морального права в принципе вести какую-либо общественную деятельность. И если он думает, что мы оставим его в покое, так я хочу сказать, что мы еще не начинали. Теперь мы будем с ним жить. Отныне Герус будет держать ответ перед журналистами за каждое свое действие. Герус будет держать ответ за каждую потраченную им копейку. Герус будет пояснять каждое принятое им решение. Любой политический или общественный деятель, как-либо взаимодействующий с Герусом, также будет отвечать на наши вопросы, там, где мы можем их задать как журналисты, действуя строго в рамках закона. Общественная жизнь господина Геруса превратится в реалити-шоу, причем интерактивное. Я обращаюсь к нашим зрителям с просьбой. Если вы где-нибудь увидите Андрея Геруса, разумеется, в общественном месте, пришлите нам эту информацию. За эксклюзив, имеющий общественное значение, мы готовы платить вознаграждение. Выходите с нами на связь в любой мессенджер по номеру телефона ниже. Мы будем делать это до тех пор, пока господин Герус не сложит с себя депутатские полномочия и не прекратит заниматься общественной деятельностью в любой форме, вернувшись к размеренной и комфортной жизни частного лица.